В музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка «С Рождеством Христовым». На ней представлены детские творческие работы. Мероприятие проходит в рамках 8-х рождественских образовательных чтений. 212 ребят из 27 школ и 3 учреждений дополнительного образования представили на выставке в МВЦ свои творения, праздничные украшения, композиции, рисунки. Все на рождественскую тематику. В их создании детям помогли уроки православной истории и традиции. На открытии выставки настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Старые Кузьменки протоиерей Александр Голубев рассказал гостям о смысле предстоящего праздника. Но человек не захотел быть вместе с Богом, захотел сам, по-своему, и ушел от Бога, и потерял и радость, и жизнь, и бессмертие. В экспозиции 204 работы в 4 номинациях. Рождественский рисунок, елочная игрушка, композиция, подделка. У нас этот конкурс проходит так. Сначала идет конкурс, то есть жюри уже оценило работы по номинациям, по возрастным категориям. И итоги эти уже подведены. Пока они держатся в секрете, потому что победители этой выставки, этого конкурса будут награждаться на закрытии наших серпуховских рождественских образовательных чтений. На открытие выставки были приглашены дети из 21 и 42 детского сада. С рождественскими колядками, песнями выступил ансамбль народной песни «Забабушка». После официальной части гости могли посетить экспозицию. Кто-то умеет, у кого-то есть талант, кому-то родители наверняка помогли, да, талантливые родители. Вот. А кто-то полюбуется, посмотрит и наверняка захочет в следующем году также принять участие. Особенно приглашаем детей с родителями, людей старшего поколения. Приходите, посмотрите на замечательные изделия наших учащихся. И пусть ваши сердца наполнятся теплом и радостью в преддверии волшебного праздника Рождества Христова. Увидеть детские работы можно будет до 9 декабря. Организаторы ежегодной выставки, Комитет по образованию, Серпуховское благочиние и Центр внешкольной работы муниципалитета. Мероприятие проходит в рамках 8-х серпуховских рождественских образовательных чтений.